Они начеку и ко всему готовы. На связи. Мы потеряли груз по дороге, но знаем, где он. Высылаю координаты. Мне вызвать подкрепление.
Нет, 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 нет. Не хочу, чтобы кто-то узнал, что я упустил груз. Я помогу. Первый забрал. Отлично! Второй где-то рядом! Поспеши! У меня. Еще один. Ты молодец. Thank you.
Последний есть. Супер! Теперь неси их сюда! Груз. Он будет доставлен по назначению. Спасибо. А, кстати, что там? Медикаменты, оружие, разведданные. Это не важно, Аджай. Важно то, как это будет использоваться. Огонь по ним, огонь! Thank you.
Yeah.
Как держать? Уничтожу! Вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай, делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Лови координаты. Случайный вопрос. Биде используешь? Нет, правда, я же знаю, ты носишься по всему Керату. Задница преет, наверное. И белье, небось, по трое суток не меняешь. Ну, некогда. Занятой человек, я все понимаю. Блин, боюсь себе представить, что там у тебя в промежности творится. Нет, я серьезно. Небось, чешется все так, что на стенку лезешь, да? А чистая промежность — это очень важно для борьбы со злом. Теперь я ваш должник. Вот же дерьмо, меня что, опять понесло, да? Ну, прости, друг. Привет. Ну и ты пойми же, ты же мне не чужой. Хочешь, я переживаю, какую еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь. Это важно, чувак. Так, закроем тему. Удачи там. Удачи тебе с пропагандой. С тобой приятно иметь дело. Если бы не пришлось возрождать посевы, я бы сама этих нахуров постреляла. Они приходят по ночам и все съедают. Люди спасают все, что могут. Так что у нас теперь ни мяса, ни... Надеюсь, арену не закроют после смерти Нур. А то и расслабиться-то негде будет после трудного дня. Я не такой храбрец, как Правом. Где мне жить? Что мне есть? А ну ж, признай, тебе нужна помощь.
что надеешься? Кричи! Кричи! Ты так и в аду будешь орать! Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился к нашим фанатам. И они, то есть вы, написали... Рана, и я хочу обратиться к Бейгану Мина. Ты меня слышишь? Ах ты, засранец недоделанный. Ну? Каково знать, что ты проиграл? А? И я говорю это не потому, что веду эфиры из тайного бункера.
где его оставить. Самый популярный лидер Золотого Пути выигрывает Амита. Неудивительно. Что ты? Обратиться к Пейгану Ми.
дружище, может, развяжешь нас? Свободный террас. И знаете что? И рано говорить вам, мне хорошо. Чувствую, что-то меняется. Охренительно много наркотиков. Оторвемся! Когда мы свергнем мина, и она придет к власти, я так упорюсь! Будет офигенно! Эй, неси ты гашиш прямо сейчас! Так.
Займу позицию сверху! Прикройте! Именем короля? Умри! Проверьте безопасность сектора! Я понял! Просто еще один сраный труп. Проверьте местность на предмет угроз. Всякого добра. Наверное, это собирались отправить на базу. Спасибо. Благодаря тебе армия сдает аванпосты. Им людей не хватает. Того, что мы взяли на этом аванпосте, достаточно, чтобы закончить войну. Мистер Шипун, насчет задания. Как я узнаю, который из волков вожак стаи? Жаль, я не увижу, как альфа-Аджай убьет альфа-самца.
ты сможешь узнать его по потрясающему черному меху. Кстати, я уже представляю, как великолепно ты будешь в нем смотреться. Вперед, Аджай, и будь неистов. Опять это «будь неистов». Что это значит? Будь неистов. Значит, живи полной жизнью, без страха. Будь отважен, бери только лучшее. И не стесняйся самовыражаться так, как тебе будет угодно, что бы там ни говорили. В общем, будь неистов. Чем-то последний. А, бекон. Да.
Кажется, тут что, кто-то жарит бекон? Эй, чё? Повторяю, Золотому пути срочно нужно подкрепление! Аванпост атакован! Thank you.
Нам надо поговорить. Эй! Великий охотник возвращается. Я все еще жив. Скоро ты будешь здесь единственным хищником. Если бы не ты, хана аванпосту. Спасибо. Ты спас нас, мой друг. Мы у тебя в долгу. Вот награда. Все хорошо. Я в порядке, в порядке. Как тебе удалось выжить? Даже царапины нет. Чуть не сдох. Слава богам. Что бы ни случилось, я...